Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова видосик по Call of Duty Warzone. Сегодня я поделюсь с вами страшной тайной. Как же стримеры набивают по 30 фрагов в каждом лобби? На самом деле, все очень максимально просто. Особенно, если эти люди играют в соло-режиме. Потому что секрет весьма прост. Когда вы регаетесь в соло-режиме, перед тем, как загрузиться на сервер, вам показывают половину вашего лобби. И вот если в этом половине лобби у вас достаточное количество низких уровней, и совсем отсутствуют всякие КВМщики 700-го левела, или, например, отсутствуют TTV-геймпадеры на ПК, опять же, тоже 500-го, 700-го левела, скорее всего, это лобби будет очень-очень простым. Собственно, как получилось вот прямо сейчас. Вы видите на экране циферки, что все левела достаточно низкие, и шанс того, что вторая часть лобби, вторые 20 человек, будут примерно такими же, достаточно высокие. Поэтому мы заходим и фармим. Есть только одна проблема, которую многие люди, конечно же, не понимают. Вы часто играете в таких лобби. То есть вам так же часто, как и мне, попадаются подобные лобби. Есть одно но. Я умею их фармить, а вы, скорее всего, нет. Потому что этому нужно учиться. Нужно успевать, нужно играть достаточно шустро, особенно если вы играете остров. Поэтому, ребят, погнали смотреть, как я нафармил еще 30 фрагов. Подписываемся, ставим лайки, приходим на стримы каждый день с 10 часов на Твиче. Ссылочка в описании. Ну, согласен. Жизнь, она просто, ну, типа, Отвечаю, цель для авиации. Запрос принят. Работаю в классе. Газ приближается. Противник начинает высадку. Блять, я не то взял. Противник начинает вызов. Блять.
Йо, ты чё? Рассылка с комплектом уже в пути. Обнаружен ящик снабжения. Захватите его. Обидно было. Мы его терминотера украли. Противник рядом с вами. Отмечаю цель для авиации. Чел упал. А звук можно? Что-то не понял, где звук был. Все, убил. Получится это? Тридцаточка. Блять, там двое. Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Станции покупок снизили цены. Ну и дело. Я бы возьмем. Ой. У них работает БПЛА. Вызываю разведку с воздуха. БПЛА начинает разведку. Газ приближается. Там, походу, этот дурачок опять с гранатами. Надо его убить.
бластерную бомбу. Чего? Будьте осторожны. Цель на ликвидацию отмечена. Пора ее прикончить. Развязка близка. Возрождение недоступно. Приближается газ. Обозначена новая безопасная зона. Денег так мало. Газ приближается. Отмечаю новую безопасную. ВПЛА разведки в вашем районе. Да! Газ приближается. Вызываю разведку с воздуха. А вы что, дураки? Они там решили это, газом надышаться? Токсикоманы, что ли?